называется игра, где нужно бегать, прыгать, открывать двери, переходить с уровня на уровень. Слово из шести букв, первое А. Правильно. Аркада. Компания GT недавно порадовала фанатов этого жанра. Она выпустила игру Apes Exodus, которая стала продолжением компьютерного сериала Oddworld. Для новичков вкратце рассказываем содержание. Эйб, главный герой игры, худое, уродливое и практически беспомощное существо. Он раб всесильного Малука, властелина сказочного государства. Этот злодей решил устроить геноцид и уничтожить 10-20 миллионов ни в чем не повинных граждан. Эйб случайно находит бумаги Малука, в которых изложены эти ужасающие планы. Ваша задача – спасти жизнь Эйба, освободить его соплеменников, ухлопать Малука и стать героем. На первый взгляд может показаться, что игра Apes Exodus – обыкновенная аркада. На самом же деле в ней полным-полно головоломок, которые потребуют немалой наблюдательности. На первых порах они будут совсем простые, да еще с подсказками, в виде бегущей строки. Например, нажми на рычаг, добеги до открывшегося телепорта. Но потом без сноровки вам не обойтись. Всего в игре более 20 уровней, сложность которых будет возрастать по мере вашего продвижения. Если вам удастся преодолеть все препятствия, то Малук останется с носом, и вы, безусловно, станете спасителем волшебного государства. Игра Apes Exodus уже вторая в серии Oddworld, а в скором времени разработчики планируют выпустить третью и четвертую части. Так что тренируйтесь, путешествие предстоит долгое.